Герои Мальгримии 2. Нашествие некромантов. Вторая часть героев Мальгримии обещала стать своеобразной работой над ошибками, а если точнее, над доведением до ума многих весьма спорных элементов игровой механики. Как вы, вероятно, помните, оригинальная игра изобиловала массой неочевидных правил. Система ресурсов, развитие войск, поведение врагов — все это требовало ревизии. С сюжетом и того проще, ему надлежало появиться. И вот, наконец, разработчики решили расставить все по своим местам. Давайте посмотрим, что у них получилось. Некоторые игровые правила были заметно смягчены. Графика осталась на прежнем уровне, так и не решив проблемы с поиском предметов на карте. Каждый раз приходится гадать, значит ли что-то та или иная закорючка, или она нарисована для красоты. Зато возник сюжет, в котором на должность всеобщих врагов избраны некроманты, уже мелькнувшие в первой части игры. К сожалению, выяснить, что именно привело в этот мир живых мертвецов, не получится ни из игры, ни из любых других источников. Мы сражаемся против нежити и уже потихоньку ожидаем в третьей части демонов, намеки на которых вполне прозрачны. Разработчики вновь решили порадовать себя многообразием правил, поэтому мы станем счастливыми обладателями не одной, а аж трех некроманских рас. Одни — скелеты, наиболее близки к классическим расам из героев магии меча. Они не умеют перевоспитываться в более сильных бойцов, а всю жизнь существуют именно в том виде, в котором были призваны изначально. Зомби больше похожи на людей из первой части игры. Сильные воины делаются из более слабых, а войска умеют копить опыт. Но зомби относятся к темным силам, а еще умеют использовать любое оружие, в то время как люди, помнится, нередко привередничали в этом вопросе. И, наконец, третья новая раса — призраки, которым достался свой собственный комплект ресурсов. Впрочем, новые источники ценного сырья на карте не появились, и призраки заняты тем, что перерабатывают в них старые. Кроме того, они объединили в единые целые города и замки, но за это им разрешено селиться только в строго определенных местах. Вот и все. Увы, слегка пригладив весьма спорные правила, в игру добавили кучу новых, не менее спорных. Продолжение стало шагом назад. Герои Мальгримии 2 напоминают тот самый образец лунной пыли, который ответил на часть вопросов, но тут же породил еще больше новых. Правила игры настолько гибкие, что полет фантазии почти ничем не ограничен. Если, конечно, полету не помешают все те же почти отсутствующие правила и плохо проработанный мир.